Приветствую всех, ребят. Второй день турнира. Для меня он первый официально, потому что вчерашний я не записывал. Сегодня вот решил. Вообще первый раз в истории канала записать турнир и выложить. Не знаю, как вам. Если зайдет такая тема, то, в принципе, отпишитесь. Я буду выкладывать, стараться чаще. Но, наверное, не всегда. Потому что не всегда будет время записывать и заниматься этим делом. Но, в общем, да, можно будет записывать и выкладывать. Люблю вот такие турниры пятизвездочные. Вообще все, всякие разные, но очень быстрые. Особенно, потому что тут есть пространство для фантазии. Можно разные интересные связки подумать, потестировать и так далее. В общем, такая у меня оборона, такие у меня итоги этой обороны за последнюю сутку, можно сказать. Пока в А, но атака не радует. Я вчера залил один раз очень сильной обороне, там был колес с гасеком. Гасек, кстати, по центру, и мне очень сильно не заходил основной цвет. Вот, и хотя я там и вынес уже было один фланг, но потом мать воскресила всех, и, короче, долго я бился с ними, но не получилось. И один я залил просто по глупости своей, взял, лень было команду менять, ну и просто проиграл. Вот, кстати, вот такой командой я, по-моему, и на гасека ходил. Ну, там для той команды обороны было более-менее нормально. Хотя можно было чуть по-другому сыграть тоже. Так, ну тут, конечно, какие-то нубовские команды пошли после двух поражений. Так что можно чуть-чуть расслабиться и получать удовольствие. Давайте попробуем как-то что-то сделать. Ну, против такой команды обороны, я думаю, тут как бы уже я не постарался, проиграть здесь нереально практически. Тем более, что у меня здесь и хилы есть, и все остальное, в принципе, нормально подобрано. Хотя я мог проиграть сейчас из-за того, что не отхилился вовремя. Так, тут, конечно же, спробуем сносить левый фланг. Ну, почти. Блин, что происходит? Ох, ну, пошла колбаса. Хорошо. Дозаряжаемся. И добиваем это дело. Есть первый. Ну, первый был очень легенький. Давайте посмотрим дальше, что нас ждет. Кснольфат. Ну, кстати, здесь тоже особо незачем менять команду. Разве что Любея забрать, потому что Эйора. Эйора может немного злую шутку сыграть, поэтому давайте вот так. Ну и да, я думаю, чистки мне хватит. Каких-то блокираторов смысла не вижу здесь брать совсем. Так. Зелени пока нету. Ну ладно, тут команда обороны такая слабенькая, поэтому можно расслабиться и просто собирать камни. Так, ну вот и собрали. Буду бить в левый, потому что там чуть-чуть этот с промахами может мне поднасрать. Поэтому бью сначала в левый фланг, а потом уже будем правый убивать. Тем более, что там еще и в пустоту камушки стоят. Хорошо. Добили, да. Идем дальше. Так, тут уже чуть-чуть интереснее, но не сильно. Альфрика есть, да. Есть Альфрика. Лорда Локи смысла нету брать. Микки тоже нету смысла брать, потому что
эти котики могут все перебросить на меня. Да, я предлагаю вот так как есть, так и сыграть снова. Только... Может быть, не до конца так. Мне нужно будет пробивать миньонов. Они очень сильные. Давайте посмотрим, кто у меня есть для пробивания миньонов. Топаз не подходит. Скади не подходит. Йора подходит, но Йоры мало. Там два Хеймдаля. Я могу не успевать. Фрида... А может быть Фрида, слушай, да, Фрида, да, вот так, Фрида, потом Аделинда и Бобо, и сделаем им всем Бобо. А единички, ну, в принципе, так нормально, чистка с диспелом и чистка просто. Почему бы и нет? Так. Синих пока нету. Так, а теперь уже есть, но немного... Не хотелось бы Хеймдаля заряжать. И вот это тоже немного плоховато будет работать против срезов моих. Хотя я могу же параллельно еще зарядить Аннабельку. И снять это все. Ладно, он вроде не зарядился. Я вроде успеваю. Хорошо. Блин, замедло поставили. Сволочи. Ну, так-то это все меняет уже. Так, он маг. Ну, Альфрика меня здесь может ухайдошить, и все планы мне здесь поломать, поэтому в Альфрику закидывать вообще не стоит. А как зарядиться? Ну вот так, четверочку и взрыв потом. Ага. Да. Так, теперь, конечно же, похилиться. И... Ну и вот так сделаю. Так, вроде бы хорошо все. Сейчас это все почистим с себя, с них. И будем пробовать по чуть-чуть как-то убивать. Ну, как минимум, я думаю, Хеймдаля мы должны вынести. Хеймдаля, конечно, мало вынести для нас сейчас, но это уже хотя бы что-то. Да, нужно было брать все-таки что-то такое конкретно под миньонов, потому что урона здесь может не хватить. Довольно сильно не хватить. Они очень жирные, у них очень много хп, плюс овер хп, плюс еще их хп. И это все играет мне не на руку. Ну ладно, пробуем. Раз, два. Среза будет много, но... Увы, не хватит. 925 по мириам пришлось. А если еще вот так? Блин, и так не хватило. О! Умерла, но это тоже же может быть ненадолго, потому что сейчас Хеймдаль, костюмированный который, может это все дело воскресить. Не воскресил. Хорошо. Так, остался у меня Бобо незаблокированный. Все остальные в ауте. Бобо.
Ну, сам Бобо ничего не сделает. Но он может убить этого Джон Фэя, в принципе. Вот так, если... Хорошо. Так, добиваем Джон Фэюшку. Так, тут два хода. Можно сделать вот так. Блин, полетело. Ну зачем? Стоп, 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 стоп. Цури почистилась, отлично. Отлично. Так, теперь еще почистимся этой Аннабелькой. Чтобы они там уже не хилились так сильно. Теперь взрываем этот. И ищем синий. Синий-синий камень. Да, блин. Синего нету. Чё? Ладно, еще вот так можно. О, есть, отлично. Ну. Ну давай хотя бы не по всем. Опять по четверим. Ну ты молодец, я тебе скажу. Молодец прям. Прям все по фэншую сделала. Так. Ну пробую добить. Конечно же нет. Ох, карусель начинает с нуля. Так, хорошо, почистил. Зарядил. Мне нужна Аннабелька. Отлично, хорошо. Не полетело ничего. Супер, 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 супер. Но я все равно же ее не убью. Сколько у нее? 3 косаря. О, господи. Куда ж тебе столько, ну? Даже не знаю, блин, что делать. Да не, ну сюда этих нужно убивать. Этот еще воскрес, гнида. Ладно, давай вот так еще. Чуть-чуть поляну перевернем. Так, а нас уже меньше, и это проблема уже. Делаем еще так. Не, ну ты гнида, конечно. Так, сколько ходов? 2 хода еще. Много. Много это все длится, долго. Давай вот так. И теперь вот так. Похилимся сейчас. И мне нужно 2 раза синих зарядить. Так, 1, 2, 3. Фух, да, очень потно, очень долго, но все-таки получилось. Не знаю даже, если честно, как против этого бороться. Тяжело было, тяжело. Так, тут у нас Людвиг, повелительница в костюме почему-то. Тут я предлагаю взять свою желтую тройку. Так, момент. Это 1. Это 2. Это 3. Кого возьмем в единички? Можно взять Людвига тоже. Нам никто, в принципе, здесь не мешает, кроме Кулерва. Чистка бы пригодилась, в принципе. Давай возьму лорда тогда. Лорда, и это будет, я думаю, правильное решение. Так, лорд и Аннабелька. Аннабелька может лорда моего счистить. Поэтому не до конца. Но если не Аннабелька, то кто? Давайте смотреть, давайте разбираться. Так, Ригард, нет. Так, интересно.
Микос, ну, Микос как бы интересно, но если ультанет центр, то Микос мне не поможет никаким образом. Вотерпайп. Ну, Вотерпайп тоже не поможет особо. Так. Ладно, пускай будет так. Попробуем их разделить как-то. Хотя это, блин, плохая идея была. Все равно не нужно было брать. Нужно было лучше, наверное, Ригарда взять вместо нее. Хотя и чистка тоже нужна. Ладно, сейчас посмотрим, как оно будет. Пока в данный момент вообще без шансов показывает Поляна. Пока что без шансов. Так. Блин, даже если честно, не знаю, какой ход сделать. Давай вот так. Ага. Теперь вот так. Но мне нужно как-то раскрутить. Я понимаю, что Людвига заряжать это не лучшая моя идея, но... Но вариантов других я тут пока не вижу. Так, Людвиг уже практически второй раз заряжен. Желтых нету. Надеяться, что Кулерва не ударит куда нужно. Но это бред. Пускай Людвиг тогда лучше ультует еще раз. А я лучше крутану это все по максимуму. Кто-то же у меня да останется. Так, только не на Б. Скотина. Ну, скотина, просто скотина. Сколько, кстати, замедла? 24% замедла поставили. 24% это много вообще-то. Это нужно как минимум... Так. Неплохо. Раз. Неплохо. Добью? Нет, не добью. Хотя. Вот так. Раз. И потом взрывом. Одним камушком. Воскрешателя здесь нету, поэтому будет проще. Будет все это проще в дело провернуть. И закидываем сюда. Так, отлично. Сколько еще на нем висит? Два хода. Блять, что я сделал? Вот повезло. Тупо повезло. Но не до конца еще. Потому что этот бьет все-таки. Опять же. Так, один ход остался ему. Один ход. Да зарядится или нет? Нет, не хватило. Чуть-чуть не хватило. Совсем капельку. Ладно, тогда заряжаем желтых. Так, Аннабелька еще даже живая. Ничего себе. Молодец. Так, ну стоит, наверное, его убивать. Конечно, он может уворачиваться, но вариантов других особо нету. Так, сколько еще ходов? Так, остался последний ход. Можно ее заряжать. Синего бы зарядить. Но нету, вообще нету синих. Два камня где-то там вдалеке. Ага. Да, Аннабелька здесь не подходит, потому что я сейчас Аннабелька еще и счищу вот это все, что я на них набросал. Да. Не фонтан.
Ну да ладно. Ладно, продолжаем. Так, 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 так. Хорошо. Так, они все почищены, можно сказать. Поэтому, может быть, подхилиться стоит. Раз. И теперь вот так два. Блин, опять он не умер. Что он меня бесит? Докинул там еще себе. Бред, бред, просто бред. Ну что, теперь уже сдох? Молодец, наконец-то. Так, раз. Два. Ну ладно, тут уже победа. Воскрешателя нету, и это в принципе... Это, в принципе, меня спасло, я думаю. Так, так, так. И добиваем. Отлично. Наконец-то. Да, на Бельку здесь было все-таки ошибочно взять. Вот, а сюда уже можно, кстати, взять Микосика. Микосика, Микосика. Да, если я беру Микосика сюда, то сюда я возьму, наверное, Людвига. Людвига, и здесь нужно поменять местами. Сюда поставим Кулерва, а сюда Посейдошу. Так, так. Ну и как-то так. Поехали. Так, есть желтый заряд. Только через комбо. Но вот так, если я сделаю, то потом комбо не должно быть. Вот так, хоп. Да, комбо вышло, но не такое, какое могло там получиться. Там получалось намного хуже все. Так, ну эту добиваем однозначно. Хорошо. Давай тогда сразу... Вот эту уже тоже и добьем сразу. Почему бы нет? Включим своего решалу. Ну и дальше будем как-то... Будем дальше как-то, наверное, давай попробуем эту заблокировать. Хотя она может не заблокироваться, да? А, не, она этот, паладин. Поэтому там без проблем. Мать может не заблокироваться, но мы попробуем ее... Все-таки с двух попыток, я думаю, должны как-то порешать вопросики. Есть, хорошо. Заряжаем еще на всякий случай Микосика. Прокрутка сразу поля. Прекрасно. Так. Так. Ходик подождем, посмотрим, как оно будет. Ну и ладно, добиваем. Пока-пока, Линда. Ого, два раза в единичку станчила, видели такое? Бывает и такое, да. Так, закончили сегодня без проигрышей, слава богу. 1900 какое-то место. Ну, не особо, да, но вчера просто... Карта не зашла. Несколько ошибок и результат налицо. Откроем сундучок. О, нифига себе. Класс. И как раз то, что нужно, кстати. Третий телескоп. Отлично. Качать у меня в данный момент некого, но телескопы не помешают никогда. Кольца тоже. Да и дротики. У меня сейчас вообще там напряги с этими с материалами разными. Вон, у меня только тоников что-то 12 было вчера. Я один закинул в алхимию. Ну и 9 камзолов осталось. И такое, остальное всего мало. Ладно, у меня все, ребят. Турнир закончен. Встретимся, я думаю, завтра, если получится. Не обещаю, но постараюсь. Всем пока.